крики громкие, ура! Для ребят забавы нету, лучше сад из пистолетов. Ведь отечество сады защищать его должны. Мальчик слабых защищает, зло его не застрашает. Если с кем-нибудь беда, должен он помочь всегда. И за правду он не боится ни поспорить, ни подраться. Мальчик не сдается грусти, рук со вздохом не опустит. Помощи других не ждет, сам решение найдет. Ведь мужчина станет скоро, а мужчина всем опор. Мальчик в рыцаря играет, дверь перед мамой открывает. С папой он берет пример поведения и манер. Вырастет и станет мужем, и отцом ничуть не хуже. Должен мальчик сильным быть. Быстро бегать, быстро плыть, приседать, отжиматься, общим спортом заниматься. Ведь девчонки слабака засмеют наверняка. Испугавшись сильно, даже мальчик виду не покажет. Друга никогда нигде не оставит он в беде. Он защитник, это значит страх за храбрость он спрячет. Мы дети России, великой страны. Мы дети, девчонки и пацаны.